В наблюдении за выборами может участвовать каждый гражданин России, обладающий активным избирательным правом, напоминают в телеграм-канале Октябрьского района. Наблюдатели – это граждане, которые следят за соблюдением закона на выборах, обеспечивают прозрачность процесса и фиксируют возможные нарушения. Чтобы стать наблюдателем, нужно обратиться в региональный штаб общественного наблюдения. Выпускники педагогических классов, поступившие на очную форму обучения в региональные вузы и СУЗы, в год окончания школы на педагогические специальности впервые с сентября 2023 года могут оформить ежемесячную выплату в размере 1000 рублей, сообщают в телеграм-канале Департамента опеки. Новая мера поддержки, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную информацию можно получить по телефону 340-08-47. Принять участие в акции «Народное признание» предлагают в телеграм-канале Промышленного района. Подать заявку на участие можно по 31 августа на бумажном носителе или в электронном виде в администрацию Промышленного района по адресу улица Краснодонская, 32А, кабинеты 211, 213, 214. Лауреаты акции – люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 927-63-29, 995-91-36 и 995-19-05.